Давненько видео не выходили, а все потому, что никуда мы не ездили. Что-то настроения вообще никакого нет. Сухаримся дома. Но нет, Собакевич меня уломал. Говорит, нет, поехали. Состряпал вот эту вот мордашку, которая меня пронимает. Хотел опять попытать удачу на водоплавающую. Прям с утра поехал. Ну вот еще рассвет, только сереть начинает. Такой вот туманец стоит. Кстати, зябко. Надо потеплее, наверное, одеваться. Но нет, сейчас рассветет, хорошо будет. Или хотя бы первый километр пройти, согреюсь. Так ладно, не об этом, а о том, что сунулся к озеру. Давно там не был. Стоят таблички, частная собственность. Все, делать нечего. Я даже не стал подъезжать, смотреть, там есть утка, нет. Бог с ней. Так, значит, будем топать по этим мрачным пустошам. Я даже не знаю, где я нахожусь. Ну, где-то ориентировочно знаю, но давно я здесь не был. Сейчас просмотрел, прогал нашел кое-какой. Просмотрел вот эту территорию всю. Конечно, вид захватывающий. Если бы не этот лэп, так вообще просто чудо было бы. Так, кстати, по поводу Собакевича. Не знаю, как он будет искать. Потому что выше этажом у меня затечковала этот, сука. И он у меня сходит с ума. Вот уже дней 5, если не неделю, он мне не дает спать. Но я ничем помочь не могу. Так, ладно. Надо, наверное, заряжаться. И не знаю, то ли вот здесь идти, то ли пойти вон туда-туда. Или еще немного проехать. Хотя бы за лэп за этот выехать немного. И туда по пустошам топать. Да, наверное, так сейчас и сделаем. Так, ладно, травку он там ест. Надеюсь, тебе не в машине будет полоскать. Поехали уж. Все, поехали. Поехали. Давай место. Место. Заходим в чудо-посадку. Посадка такая густая, мне понравилась. Посмотрим, будет ли она перспективная. Погнали. Собака уже втянулся в процесс. Вышли к стажкам. Собаку что-то в поле потянуло. Видимо, на запах этого сена. Запах просто обалденный. Так прям городской нанюхаться не может. Как хорошо. Так, ладно, вроде перекур мы сделали небольшой. Заходим обратно в посадку в этой. И туда-туда пойдем. Собакевич, ты прям не угомонишься. Ну, правильно. Может, у тебя с этот... С головы вылетит мысли о девочках. Ладно, идем. Пока вот этот шли, вообще понтов нет никаких. Собака ни разу в стойку не встала. А этот тоже пока шел, никаких тропинок нет, вообще ничего. Это пустоши. Это пустоши. Погода, конечно, радует. Я вот немного прошелся, согрелся. Прям вот ни тепло, ни холодно. Ветра тоже нет. Поскольку мы... Во сколько? В 3 я встал. И на этот... За руль и поехали, да. Ветра тоже не было. Прям такая погода. Раков собирать. Ладно. Я тоже что-то прям вот немного прошелся. И начинаются у меня тут эти подрывы какие-то. Не, надо чаще выезжать. Надо чаще. Это я себе говорю. Ладно, трескотня пошла. Заходим. Нам нужны трофеи. Нам нужны трофеи. Так, собак что-то... А, не, он меня ждет. Ладно, все, погнали.
Еще, 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 еще. Это что такое было? Нет, это, по-моему, несъедобное. Это несъедобное. Так, как тут пройти-то? Хотя, а не вальшнап ли это был? Вообще похоже, конечно, на вальшнапа. Да что ж такое-то, я никак пройти тут не могу. Блин, на вальшнапа похоже. Да хорошо, еще, 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 еще. Хорошо, 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 крепь, крепь. Давай еще, еще, еще. Хорошо. Хорошо, молодец, молодец, умница, хорошо. На вальшнапа, конечно, было похоже. Потому что он любит тоже такую крепь с открытыми пространствами. Вот. Собака вроде да, что-то причуяла, но в стойку не встал, он как бы шумовой получается. Ну, это я, наверное, спугнул его. Почему? Потому что по этим, по повадкам, он такой сразу за деревья начинает ныкаться. Его сложно выцелить, попасть в крепи. Так, ладно. Уже неплохое что-то как-то. Помет еще увидел. Чей, правда, не знаю. Но не человеческий. Ладно, топаем, топаем. Надо двигаться в обратный путь. Далеко отошли от базы на колесах. Идем обратно. Пойдем этот раз по полюшку туда. Да, посиди, отдохни. Сейчас двинем. Единственное, плохо, конечно, что солнце будет прям в глаза светить. Да главное, чтобы дичь была, да? Так, нет. Планы немного изменились. Сейчас с бинокля надыбал балку. Сейчас идем к балке. Придется, конечно, вот это вот полюшко перейти. Вон до тех деревьев. Не, пойдем по плану А. По полюшку в сторону базы. Что-то я в бинокль посмотрел. Я переоценил свои силы. Я туда не дойду. Да в бинокль вроде бы близко было. Тут я на середину поля зашел. А там пиликать и пиликать. Причем я посмотрел. Кстати, блин, хорошая балка. Посмотрел, там что-то машина проехала. Значит, там дорога есть. Поэтому проще туда на машине доехать, чем пиликать на своих капцах. Вон эти голуби. Я по ним сейчас стрелял, они прям надо мной пролетели. Я пока тут с собакой общался. Говорил, какие у него неточности в его поиске. Налетели эти голубятни. Так, пошел я за голубятней. Да, сейчас мусор подберем. Промазал я. Как-то туда-сюда. Что-то они какие-то резкие прям парни. Так, ладно. Так, они как-то беспокойно себя ведут, и мне это не нравится. Но у нас есть небольшое преимущество. Здесь бугорок такой. Сейчас на полусогнутых будем к ним подбираться. Вот тут где-то они должны быть. Хорошо, меня трава скрывает. Фу.
рядом. Собака рядом. Блин, вон они встали. Тихо, 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 тихо. Стоять. Нет, они от меня улетают. Она поднялась, эта стайка. Все, пошли. Так, ну ничего, нормально. А вот второй раз я пытаюсь их с крадом как-то к ним подобраться. Не, не получается. Как-то все время они на крыло встают. Хотя даже этот вот пригорок какой-то был. Не, нифига. Встали на крыло и свалили. Ну да ладно. Идем дальше. Ну, конечно, очень хороший шанс у меня был, когда они на меня налетели. Прям тупо. Я вот так, ну я просто стою, с собакой общаюсь. Ну и какая-то вот что-то, подними взор свой. Я хлоп, они прям вот уже здесь. У меня. Ладно, идем. Ну, все равно пороху понюхали. Это нормально. Вы уже не зря приехали. Так, ладно, идем. Вон, кстати, тоже голубятня полетела. Вон. Так. Что-то часто они попадаться начали. А мы здесь пока вот по балочке вот по этой гуляем. Стой, в эту зашли. Блин, вот это я ушуршал, а. Вон она, дорога только появилась это. А там по дороге, ого-го еще. Блин, надо где-то тенек и пенек найти. Перекур надо сделать небольшой. Это пенечка нигде нет. Ладно, так, сядем. Ой, тенек, тенек. Блин, ну неужели я вот вижу отсюда блеск стекла своего автомобиля. И как мне приятно, что я дошел. Я это сделал. Блин, правда ничего мы не встретили. Но прогулялся я отменно. Блин, все, сейчас перекур будем делать большой. Я пить хочу еще. Перекур сделали. С картой сверились. Не теряю я все-таки надежду на утку, поэтому сейчас поедем на водоем. На этом водоеме я не был также 1000 лет. Круг большой, но на пустошах дело такое-то, нормальное расстояние. Нашел я это озеро, точнее то, что от него осталось. Да я тоже в шоке. Все высохло, понтов нет. Степь безжалостна вообще к водным ресурсам. Ладно, я там посадки прикольные проезжал. Сейчас поедем туда. Ой, мое. Ладно, погнали. Так, ветер что-то поднялся. Но он, в принципе, нам не помеха, а даже союзник, скажем так. Что-то ездил, ездил, все-таки привлекло мне вот это вот полюшко. Прикольное такое. Трава низенькая, интересно, в общем. Сейчас по плану зайдем в этот, в посадку. По той посадке пройдем немного, да, и по полюшку к аппарату. Вот такой вот план я себе разбросал. Теперь погнали. Собака, конечно, так. Селенок, конечно, маловато.
Но ничего, настырностью пускай берет. Ладно, пошли. Вышли к заветному полюшку. В посадках вообще голяк. Я вообще в шоке. Дичи нет. Кстати, блин, облака какие-то странные. Какие-то что-то неестественные. Везде нормальные. А там что-то... Ладно, тут птичи нету. Ладно, заходим в поле. Готов? Ой, собака устала. Устала, Собакевич, устал, да. Ладно, уж давай рывок сделаем. И все. Я тебе обещаю большой перекур и вкусняшки. Все, погнали. Ищи. Давай, там ищи. Ах ты, хрустим. Так, уйди, уйди, нельзя. Нельзя, уйди отсюда. Уйди, говорю. Нельзя. Уж уйди. Нельзя. Так. Вот сюда. Сюда. Сюда вот. Все, сидеть. Сидеть. Хороший арбусяк ко мне попался, а? Красный. Так, на. Аж вот это, лопается, лопается. Хороший арбуз спелый. Так, шкурку не пошла этот. Эх ты, с каким же аппетитом ты ешь, на еще. Ешь, ешь, ешь. А я себе серединку возьму. С тобой шикуем, да? Такой релакс у меня сейчас наступил, что никакой дубины меня сейчас в поле не выгонишь. Напарник, а ты как у меня, готов? Не, он себе ямку выкопал. Все. Его тоже не кантовать. Надо, наверное, под этот. Вещички подсобрать. Дочалить.
путь у нас не близкий, заехали мы глубоко в охотхозяйство. А толков нет. Правда, конечно, по голубям сегодня я их видел, я не знаю, раз в пять, наверное. Один раз даже стрелял, но... Ну, как обычно. Так что не знаю, вот тоже охота, охота. А получается, у меня, наверное, сегодня будет одна трескотня. Потому что даже выстрел я не заснял. Но прогулка получилась насыщенная.